Так, это та странная пиццерия, которой я нанималась на работу. Даже вот осталось. Требуется охранник. Тут должно быть уже тут вычеркнуто. Оу, это вы владелец пиццерии, да? Я так понимаю, да? Хорошо, я к вам устраиваться на работу. Пошлите, я посмотрю, с чем мне нужно будет работать. Ну, я же все-таки охранник. Ой, извиняюсь. Так, я так понимаю, это главный холл, да? Сразу вижу, потому что в детстве заходила к вам. Это место чуть-чуть даже изменилось. Покрасилось. Да-да, поняла. Это, я так поняла, сама кухня, на которой вы эти все чудеса готовите. Ага, это отделение для Фокси. Я видела у вас на сайте то, что там у ваших аниматроников забрали на эту. Вы мне же в личку писали то, что их должны сегодня ночью перевести, да? У вас так-то хорошее заведение. А можно спросить? Конечно, это такой негуманный вопрос, но у вас какой-то очень странный запах. Вы, наверное, сегодня не помылись, да? Так пришли на работу. Хорошо, пошлите. Так, это, я так понимаю, был, так сказать, рабочее место мое, да? Ну, видите. Вы можете просто... Я для девочек, а то не рабочее время. Так, вроде бы все нормально. Оделась вот по-приличному. Так, ну все, можете пока что уже заходить. А я вот то, что вы мне тут положили, я, наверное, в это не буду переодеваться. Все равно я уже в форме. Так, все. Хорошего вам дня. Пошлите, я вас провожу. А можно у вас такой вопрос задать? А почему тут такая большая предоплата? Просто вы мне доплатили приличную сумму. Просто я на такие работы устраиваюсь, то что для меня это предоплата как целых 5 зарплат. Ну, может быть, вы потом к врачу сходите, просто вы какой-то бледный. А, понятно. Ну, у вас же аниматроники там не кусаются. Ну, книга у вас, я так понимаю, это руководство. Ну, мне ваш офис даже очень нравится. Так, пошлите, я вас провожу. Я вам советую после нашей беседы все-таки показаться врачу, а то у вас какой-то бледный цвет кожи. Не поймите меня неправильно, я очень волнуюсь. Все, до свидания. Так, ну все. Вроде бы все его проводило. От него только пахло странно. Ну ладно. Думаю, это не так значительно, но бледный цвет лица пахнет странно. И еще у него под кофтой что-то было, особенно на плечах, как будто провода. Ох, это я себя загоняю в первый рабочий день. Так, собралась, все. Самое главное теперь не налажать. Ох, это очень легкая работа, хотя он говорил сложная, но я уже была на подобных работах, нянькой была. Это будет работа полегче. Ох, надеюсь, я справлюсь.
Да что ты, справлюсь. О. Так, самое главное не волноваться. Ладно, пошла. Все будет хорошо, 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 все будет хорошо. Все, 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 все. Так, сейчас долбаные двери. Уф, все, зашла. Так, все, тут какое-то руководство, можно будет почитать. Ладно. О, начинается мой первый рабочий день. Надеюсь, это не будет так сложно. Да что я себе говорю, это будет легко. Особенно для меня. Только форма какая-то странная. На коленях железные какие-то штуки. Не знаю, что это такое. И почему-то на груди тоже такие железные штуки. Наверное, боятся то, что какой-то чел зайдет в заведение и меня может пырнуть ножом. О, ну, на такой случай у меня кое-что припасено. О, надеюсь, до этого не доэтывается. А так, почитаем руководство. Что же у нас тут написано такого? Так, самое главное не тратить зарядку. Если потратишь зарядку, будет очень худо. Третье. Лучше смотреть по камерам. Зачем? Ага, лучше смотреть по камерам. Поняла. Так, и все. И тут дальше вырваны страницы. Стоп, на последней что-то есть. 15 минус. Что это значит? Тут 100 чисел и 15 зачеркнуты. И на 16-й моя фотография и кружок. Что это значит? Фух, ладно. Наверное, он просто искал работников. Так. Посмотрю по камерам. О! На первой камере стоит, я так понимаю, Фредди. Его что, уже повезли? Я не услышала. Ну, я могу чуть-чуть двигать камерой, но это не так уж и мне помогает. Ладно, тогда дальше. Так, на второй камере показывается столовая и комнатка Фокси. Ладно, переключаю сразу на третью камеру. Так. Третья камера, неподалеку от второй. Это очень даже хорошо. Ну ладно, переключаемся. Так, на четвертой камере у нас все окей. Ладно. Так, а с этой камеры наблюдается зад Фредди. Так, ну ладно. По камерам все посмотрела. Зачем было закрывать двери? Интересно. Даже очень интересно, почему же их надо закрывать? Так, ну ладно, пойду-ка я посмотрю камеры. Ой, господи, как... Нет, он двигается. Мама, что? Они двигаются, мама. Мама? Что за? Так, мне говорили не тратить зарядку. Ладно. Не буду ее тратить. Я в шоке. И так, вроде бы успокоилась. Нужно открыть дверь. Зарядки у меня осталось 96%. Так, спокойно. Смотрим по камерам. Господи! Мама! Так, тучика. В детстве я ошибалась, что ходила в эту гребаную пиццерию. Так, нужно держать ее здесь на камере. Нет. Камера тускнеет. Господи, я так напугалась. Аж меня ещё с перепуга взяла. Так, камера вырубилась. Так, буду смотреть теперь на следующую. Она здесь. Она передвигается, я так понимаю, по камерам. Она ломает мне камеры.
Лучше сразу переключись на другую, чтобы я это не сломала. Господи, этот монстр уже и на этой камере. Раньше в детстве мне казалось то, что Чика прикольная. Она выносила мне торт на празднике моем. А теперь она меня убьет. Так, ладно, переключаюсь на следующую камеру. Стоп, двери! Так, быстро двери. Успела! О, господи, какая у нее чудовищная улыбка. Где ее клюв? Где? Мама. Мама. Где же твой клювчик? Это чудовище стоит прямо за окном. Ой, господи. На лбу у меня ничего нет. Я тебя не боюсь. Ты за стеклом. Ты не причинишь мне вреда. В смысле, я...